Всем привет, с вами снова Сергей Пикапов. И сегодня второй секрет о сервисе облачного майнинга EOBOT. О том сервисе, которым не пользуются 99% тех людей, которые зарегистрировались на этом сервисе. Итак, мы заходим на свой аккаунт и видим, что у нас сейчас находится в майнинге, здесь такое слово, диверсифици. То есть это диверсификация. Что это означает? Ну, давайте вот для начала, чтобы, ну, как бы вам показать. Давайте вы, например, вы майните биткоины. Вот сейчас мы перейдем к биткоину, да? Вы майните, да? И что при этом происходит? То есть за какое-то время вы намайните какое-то количество биткоинов. Вот, кстати, у меня тут перевод включился, поэтому это не очень хорошо. Не видно цифры, тогда плывут при автоматическом переводе. Итак, вы майните, и у вас какая-то сумма биткоинов получается. Я делаю следующим образом. Я перехожу на вкладку «Диверсифицировать». Это третья снизу вкладочка, то есть «Добыча», «Диверсифицировать». Дальше. У меня здесь кнопочка написана «Майнинг биткоина» и «Майнинг». Вот давайте подскажем исходный текст, а то при переводе тут все плывет. То есть у меня майнинг биткоинов и майнинг облака. 10 минут майнится биткоин, 10 минут облака. 10 минут биткоин, 10 минут облака. Чем больше облака, тем быстрее биткоин. Но если просто майнится облако, то тогда вам будет скучно и не видны ваши результаты. Поэтому рекомендую просто включить просто одну валюту на майнинг. И облако тоже, периодически. Это был второй секрет, которым не пользуется большинство людей, которые работают с этим сервисом облачного майнинга. Итак, мы переходим на свой аккаунт, и мы видим, что здесь вкладочка «Диверсифицировать» включена. И у нас майнится сейчас биткоин, после чего у нас будет майниться наше облако. На этом все, до встречи в следующем видео. Ставьте лайки под этим видео, если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, и если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте под этим видео в комментариях. Если же у вас нет еще аккаунта в этом сервисе добычи криптовалют, то тогда ссылочка на регистрацию в сервисе будет прямо под этим видео, регистрируйтесь, и до встречи в следующем видео, в котором я расскажу оставшиеся три секрета облачного майнинга сервиса EOBOT.